Впервые за 30 лет парламентские выборы проходят по всей территории Азербайджана. Учитывая положительный опыт прошлых лет, аппарат омбудсмена совместно с Центральной избирательной комиссией организовал широкое информационное просветительское мероприятие на всей территории Азербайджана в соответствии с заранее утвержденным календарным планом. Также осуществлялось наблюдение и мониторинг процесса подготовки к выборам, в том числе на освобожденных от оккупации территориях. Хочу отметить, что на большинстве избирательных участков установлены веб-камеры. В целях обеспечения участия в голосовании лиц с ограниченными возможностями на избирательных участках установлены пандусы. Также специально напечатанные бюллетени шрифтом Брайля выдаются на избирательных участках для слабовидящих граждан. Пандуслар